Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Хосе Вилегрос Кардер. Испанский художник, педагог, музыкальной деятельности. Родился 26 августа 1844 года в городе Севилья в семье владельца парикмахерской. Его родители довольно скептически относились к увлечению живописью. Но когда в 16-летнем возрасте Хосе продал одну из своих работ на севильской выставке за 2000 реалов, семья изменила свое отношение к искусству. Я цитирую переводную Википедию. Юноша поступил в ученики художнику Хосе Мари Ромеро Лопесу и оставался при нем около 2 лет, прежде чем поступить в Королевскую академию изящных искусств Святой Елизаветы Венгерской, где он учился у Эдуардо Кано де ла Пенья. В 1867 году отправился в Мадрид, где нашел работу в студии Федерико де Мадрассо. Находясь там, он проводил время в музее Прадо, копируя работы Веласкеса, чтобы усовершенствовать свою технику. Наконец, вдохновленный работами художника-востоковеда Мариано Фортуни, он совершил путешествие в Марокко. Ближе к концу 1868 года, при финансовой поддержке своей семьи, он решил посетить Рим со своими друзьями и провел некоторое время в мастерской Эдуардо Рассалеса. Именно там он создал свои первые костюмбристские работы, которые оказались очень популярны. Он также начал рисовать ориенталистские сцены на основе многочисленных набросков, которые он привез из Марокко. Мода на такие картины вскоре достигла своего апогея, и это очень помогло в материальном отношении. После 1877 года часто жил в Венеции и создавал работы, призванные заинтересовать богатых американских покупателей. В 1898 он был назначен директором Испанской академии изящных искусств в Риме. В 1901 принял предложение занять пост директора музея Прадо и, покинув свою студию в Риме, возвратился в Мадрид. Он прослужил в этой должности до 1918 года и руководил крупной реорганизацией музея. Ушел в отставку из-за скандала, вызванного с кражей драгоценностей одним из охранников музея. Заслуги художника были отмечены большим крестом ордена Альфонсо XII. Умер художник в 1921 году в Мадриде в возрасте 77 лет. Так вкратце из переводной Википедии о испанском художнике, педагоге, музейном деятеле Хосе Вилегрос Кардер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.